На всех уровнях обсуждают тему мобильной торговли. Сегодня этот бизнес-процесс функционирует в области по-разному. Например, для городов это удобная районная лавка общепита. Для отдаленных поселков иногда единственный поставщик некоторых продуктов питания и бытовой химии. На дискуссионной площадке юридического форума хотят определить законность такой торговли и включить мобильность в нормативы. Если ранее мы обеспечивали отдаленное труднодоступное место за счет магазинов потребка операции, то с учетом ужесточения законодательства, особенно в алкогольной сфере, которое сегодня не позволило им работать, а без наличия в ассортименте магазинов алкогольной продукции, к сожалению, такие магазины становятся нерентабельными и не закрываются. Мы хотели бы выяснить препятствия, которые существуют в его работе, проблемы, и постараться решить законодательно именно так, чтобы эта торговля работала на благо наших жителей. В ближайшее время законодатели обещают принять правовой акт и решить проблемы с размещением мобильных точек, автолавок в селах и поселках городского типа. На другой площадке «Нулевые чтения» обсуждается еще один будущий областной закон о праздничных днях, памятных датах и профессиональных праздниках Дона. Это уникальный законопроект, потому что родился он по предложению ростовских школьников, которые проделали огромную работу, поисковую, историческую работу в архивах, и предложили депутатам законодательного собрания очень много исторических памятных дат, которые, ну, как мне кажется, должны найти отражение в этом законе. Многие законопроекты начинались с этого юридического форума. Несмотря на древность профессии, у юриспруденции большое, например, интернет-будущее. Сегодня востребованы конкретные специалисты в области спортивного, информационного, энергетического права. Эта встреча позволяет определить горизонты развития юридической науки, во-первых, и, во-вторых, понять, как нужно менять различные отрасли законодательства, приспосабливая их к меняющимся условиям жизни. Будущее профессии именно за молодыми участниками форума, студентами юрфака и школьниками, уверены в Донском парламенте. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону.